Сережа уже приступил к рыбалке, а мы устроимся рядом с ним поудобнее в это замечательное роскошное кресло. И в процессе рыбалки будем задавать интересные вопросы и получать еще более интересные ответы. Ну, я сделал несколько стартовых забросов. В общем-то, сейчас подбираю компоненты, смотрю, что рыбка хочет. Там даю всего по чуть-чуть, там чуть-чуть мотылика, чуть опарыша. Вот, грубо говоря, проверяю ее вкусовые пристрастия. Вот. Ну и начались уже потихонечку поклевочки. Грубо говоря, если мы переходим на мотыль, мотыль насадочный, мотыль в прикормку. Если опарыш, опарыш насадка, опарыш прикормку. Да, логика в этом есть. То есть, чем кормим, тем и ловим. Вот. Единственное, что нужно понимать, что это течение, и сильно много живых компонентов давать не стоит, особенно когда малая концентрация рыбы, чтобы просто со стола это не уносило течением, чтобы рыба успевала подобрать животные компоненты, пищевую фракцию в пределах кормового стола. В противном случае она будет опускаться вниз по течению за частичками, которые не успевает съедать, и поклевки будут реже. Вот. У нас сейчас по Днепру несет много травы, кстати, всякой разной. Причин не знаю. Может быть, уже просто она начинает отмирать, увядать. То есть много всяких разных водорослей, пучков тинки какой-то. Потому что место здесь, трава для него нетипична. Здесь достаточно чистое дно. А может быть, дали воду? Нет, еще нет, потому еще что нет. Видно по кормушке. Кормушка 70 грамм, стоит как вкопанная. Глубина ловли? Мне, по ощущениям, кажется, в районе метров 6, может быть, даже 7. Потому что кормушка у меня тонет на счет 11. 70-граммовая кормушка на счет 11? Да. 6-7 метров. Мотылик меленький, ну какой имеется. Периодически проходят катера, создавая волну. Я соорудил себе такое вот закрытие редутное, которое спасает меня от находящих волн. Да, катера это бич. Катера это бич, но после Макс, прохода... Оу! Отцепи, пожалуйста, цепи мне волной. Не, вон от камня. Но я должен сказать, что волны имеют свой смысл. Когда проходит катер и начинается вот такая волна, активируется клев рыбы. Очень-очень хорошо. Есть, да? Расстояние заброса где-то около 35 метров, да? 30-35. Да, где-то 35 метров получается. 35, глубина 7 метров. Там у меня канавка идет, и в этой канавке я ловлю на границе, там есть участок такого песчаного дна, мягенького, и начинается сильный отбой ракушки, такой именно, вот действительно ракушки много. И вот я нашел такую приблизительную границу между сильным постукиванием ракушки и таким частично с песочком, и вот выбрал эту дистанцию. То есть она такая универсальная, грубо говоря, если рыба есть на мягком стоит, то я ее подтяну на прикормку с мягкого. А если же рыба стоит на ракушке, я ее перетяну на эту границу. То есть комбинированная универсальная место. Да, да. Вот такие пограничные участки, они, в общем-то, перспективны для рыбалки всегда. Есть в этом смысл. Вот. На границах вот всех вот этих аномалий. Монтаж у тебя? Я ловлю классическим патерностером. Патерностер. Самым, да, обычным. Честно признаться, можно было бы половить и более спортивными монтажами, инлайнами и всем остальным. Но у меня сегодня выходной. И выходной мой, ровно как и от работы, ровно так и от спортивной рыбалки. Я сегодня не буду заниматься темповой ловлей, там у нас какой-то там неистовый результат по мелкой рыбе, быстро насаживать насадки, там вот этим всем... Просчетами, расчетами времени заброса. Да, не планирую заниматься. Ставка из фидергама какой длины ориентировочной? У меня здесь даже не фидергам, а штекерная резиночка. Штекерная резина, диаметр? Это черная маворовская, диаметр, по-моему, 0,8. Я точно не знаю. Вот у нее длина сколько? Сантиметров 10-12. Патерностер вот с таким вот плечиком.
здесь вертлюжочек. Вертлюжочек, то есть ты с вертлюжочком, да? Да, вертлюг с застежкой. Вот, ну, я просто не знал, какой будет вес, да, вес кормушки оптимальный, поэтому я решил вот с таким вертлюжком, чтобы просто подобрать вес кормушки. Если это будет каким-то образом отражаться, если я вижу, что поклевки какие-то слабые, неинтенсивные, ну, неуверенные, то я тогда уберу вертлюжочек для того, чтобы максимально снасть облегчить. Вот. Кормушка у меня открытая сетка. Вот. Хотя здесь течение позволяет ловить и закрытыми кормушками сейчас. Но тем не менее, у меня достаточно липкий корм, поэтому, чтобы он быстрее вымывался, я использую сетку. Длина поводка сейчас 90 сантиметров. Какую роль играет размер поводка? И как правильно подобрать размер поводка под определенные условия ловли? Длина поводка является одной из очень важных деталей. То есть после того, как кормушка падает на дно, насадка некоторое время тонет. И, естественно, она тонет с того яруса, с которого у нас длина поводка. То есть насадка увлекается кормушкой до дна и на какой-то высоте останавливается. И потом начинает тонуть. И вот поклевки быстрые, там, на счет 20, на счет 30, говорят о том, что рыба находится в ярусе, там, метр, там, или сколько там от дна, она активная, она питается там не со дна. Вот. Поэтому, как правило, особенно при ловле с активными смесями, на реках, там, где еще этот поводок начинает выпрямлять вниз по течению, и он какое-то время находится вообще там, планирует буквально, парусит на водном ярусе. Вот. В этот момент происходит поклевки. Поэтому я обычно начинаю где-то с метрового поводка. То есть это такая универсальная длина, которая позволяет прощупать точку на наличие активной рыбы, которая питается не у дна. Плотва, находится густера, в ярусе. Да, да, да. Как правило, там, например, если ловится такая рыба, как синец или чихонь, то там даже порой необходимо делать поводки там 1,50 м, 1,80 м даже. Ну, а то и доходили на соревнованиях до того, что делали 2,20 и 2,5 метра поводки. Поэтому длинный поводок позволяет получить поклевку с зависающей насадкой, которая находится в стадии погружение. Короткие же поводки, наоборот, работают в лучшем случае тогда, когда ловишь придонную рыбу, когда, например, там в ярусе много мелкой рыбы, а у дна уже сконцентрировалась более крупная, там какая-то, или просто более крупная рыба, или там лещи какие-нибудь, тогда приходится делать поводок покороче, чтобы он минимально создавал вот эту анимацию во время погружения, и чтобы максимально быстро ложился на дно, если рыба, например, клюет конкретно со дна. То есть, поэтому на леща очень часто используют короткие поводки. Такое бывает, когда лещ кормится со дна. Хотя я неоднократно ловил лещей на 1,5-метровые поводки. Такое тоже бывает, что рыба поднимается и кормится значительно выше. Ловишь, казалось бы, чихонь, тут бац, лещ. Вот. То есть, грубо говоря, анализируя то, что происходит на точке, мы можем уменьшать длину поводка, тем самым отсекая мелкую рыбу и поклевки в ярусе, и опускаться на дно, где клюет более крупная рыба. Если же поклевки не происходят, мы опять возвращаемся к удлинению поводка для того, чтобы ловить ту рыбу, которая сейчас стоит на столе. Да. Еще бывает ситуация такая, что получаешь поклевку. У меня, например, сейчас тут просто на дне ракушка есть, и, видать, затупился поводок, потому что я сделал два заброса, получил две поклевки, но рыба не засеклась. То есть это говорит о том, что что-то не так с крючком. В таких случаях нужно, не особо задумываясь, просто менять крючок на новый. Размер крючка, кстати. Ох, это произвольно все. То есть тут все, этот вопрос диктует мне там как бы ситуация. Вот здесь у меня сейчас поводок 1,20 м связан. Стандартные поводки, я их просто вяжу все такой длинный. Но если у меня будет излишний длинный поводок, очень часто бывает такое, что поклевку не видно. Ты забросил, и ты даже не видел поклевку, вытягиваешь, а мотыль обсосанный, пожеванный опарыш. Вот. В таких случаях поводочек надо укорачивать. Или же бывает другая ситуация. Получаешь поклевку, пробой такой, знаешь, вот прям резко, бац-бац, а не засекаешь рыбу. Это значит, что не хватает немножечко длины поводка. То есть наоборот, там 5-10 сантиметров поводок надо удлинить. Точно так же длина поводка регулируется, если наблюдать за тем, как рыба заглатывает крючок. То есть смотришь, например, крючок глубоко находится.
значит, что это значит, что там где-то вот аж там, аж в шахте. Значит, можно сделать поводочек чуть короче. Или наоборот, ты ловишь рыбу и видишь, что там за самый краешек губы. То есть это значит, что поводочек имеет смысл немножечко удлинить. Так что поводок — это такая очень, как сказать, мобильная величина. Мобильная, индивидуальная. Да, да. И, то есть, и с поводком нужно постоянно экспериментировать, искать, подбирать идеальную реализацию поклевки, потому что от поводка зависит практически все на рыбалке. То есть можно там ловить трижды прекрасной прикормкой, подобрать там великолепное место, поставить рыбу, но ловить немного или неэффективно лишь только потому, что не разобрался с поводком и там тем, как презентуется для рыбы насадка. У меня на столе стоит некрупная густерочка. Происходят постоянные подергунчики. На опарышку. Сейчас на мотыля насадил. Вот. Смотрю, добавляю по чуть-чуть горох в надежде, что нас посетит. Укрупнить фракцию, чтобы подошла крупная рыба, да? Да, мистер Лещ посетит. Или, например, мистер Ясь. Мистер Ясь, кстати, да. Восхитительная, кстати, рыба, да. Потрясающей красоты и силы. Вот я сейчас сменил крючок на более острый. И поймал Гардонс. Вон какая горнюнечка. Тихо. Отличная засечка, то есть длина поводка в самый раз. В данный момент. С ним дальше и буду работать. Мотылик работает хорошо, вполне. То есть на насадке работает хорошо, поэтому я его буду по чуть-чуть добавлять и в корм. И укрупняю фракцию горохом. Да, укрупляю фракцию горохом. Если станет лещик на стол, то я, возможно, даже буду давать небольшими щепоточками насадочного. Даже по чуть-чуть, чтобы задержать рыбу. Здесь много ребят стоит, коллег по цеху. И выше, и ниже по течению. Они все тоже кормят, они все тоже сыпят. Создают кормовую конкуренцию. Да, то есть, в общем-то, да, они конкуренцию создают. Возможно, предположим, темп у них там и ниже, но тем не менее, если там замешкаться и промедлить, то вполне можно отдать им свою рыбу и остаться без улова. Или с тем уловом, который не соответствует амбициям отдыхающего спортсмена. Сегодняшним ожиданием. Да, вот. Ну, ожидания простые. Получить удовольствие от рыбалки. Просто половить фидером. Даже если у меня в улове сегодня будут такие плотвени малюсенькие, там, густерочки и вся остальная рыба, я от этого получу не меньше удовольствия, чем от поимки там стада леща. Сейчас ты с мотыля перешел на опарыш. Да, я сейчас просто в корм перестал давать прикормочного мотыля. Использую его только в качестве подсадки на насадку. Горох, опарыш, постанчина и прикормка. То есть смотрим. Красный у нас еще пока про запас. Да, красного я покамест не даю. Еще до него очередь не дошла. Экспериментирую покамест вот с этими компонентами. В процессе рыбалки сейчас там буквально в течение часа подберу какую-то рабочую схему на то, что рыба будет лучше отзываться, и уже дальше на ней отработаю всю рыбалку. Опять поклевка, поклевка за поклевкой. Сейчас идет перебор всех компонентов, которые можно использовать в рыбалке, грубо говоря, и насадки, и прикормки, и присадки, но еще не использовали аттрактанты, кстати, да? Да, то есть просто как бы проверяю компоненты на эффективность. Густерочка. Спреи. Спреи, ну да, спреи совсем уже по безнадеге используются, или тогда, когда надо вот там забросить и просто ждать. Например, там на леща садишься и знаешь, что поклевка будет там раз там в 5 минут, в 3 минуты, то есть интенсивный клев. Тогда просто берется крупная достаточно насадка, берется спрей, обрабатывается, там пшикается. Там. В данном случае у меня там всякие ванильные, карамельные, самодельные эссенсы на спирту и на ваниле. То есть и она может активировать клев и делать более привлекательную насадку, лежащую какое-то время на дне. Если сейчас вы используете? Или не имеет смысла? Да не, можно пробовать. Просто, в общем-то, клюет и без него.
А сейчас такая рыба у нас активная. Так, мотылек, конечно, мелковат. Еле-еле насаживаю. Рыба просто сама по себе активная. И она великолепно без спрея клюет. Но, друг мой, специально для тебя ваниль со специями. Скажем спасибо Андрюхе Думчеву за пижонский подгон. Он мне подарил эти дипчики. Потрясный запах. Посмотрим, что на ваниль со специями у нас клевать-то будет. Интересный запах. Да, запах такой очень насыщенный, кайфовый такой. Попробуем сейчас. Так, на него есть. Ставлю. А? Я на него ставлю. Поддерживаю твою ставку. Клевки не будет. Не будет? Трава прицепилась на кончик. Нет, есть. Сквозь траву даже. Вон висит трава. И она загнула. Но поклевка есть. Да. То есть приблизительно на счет 60 плюс-минус остановки произошла поклевка. Хотя нацепилась трава на шнур. И тем не менее посмотрим, что сейчас будет. И у нас. Опача. Рыба укрупнилась. Подлещик. Андрюха Думчев знает. Передаем ему привет. Мы сделали оба ставки на подлещика, на ставки на этот спрей с запахом ванильно-специи. Да. Такой интересный запах на самом деле. Очень такой своеобразный. Своеобразный, необычный. И сам бы ив до рыбы надо. Подлещик. Подлещик. Не крупный козлик, маленький, но приятно все равно. Рыба укрупняется, это говорит о том, что все делаем правильно. Правильное место. Да, есть подозрение, что такое может быть, что и мы на верном пути. Хотелось бы как можно быстрее подобрать ключик к водоему. Потому что, несмотря на то, что я не первый раз рыбачу на этом месте, Днепр такая река, которая, ну, вообще любой хороший водоем, это постоянные вопросы, на которые должен ответить рыболов. В этом и прелесть рыбалки, что не бывает одинаковых рыбалок, вот просто не бывает. Я, кстати, за это очень сильно люблю рыбалки на каналах, потому что на каналах, как правило, рыба заходная-проходная, и там сегодня может ловиться лещ, завтра плотва, послезавтра вот такой окунь с ершом, а послезавтра караси с язями. То есть каналы вообще водоемы с сюрпризами, требующие от рыболова работы. Но, как правило, вчерашний день на канале не ловится точно. Мистер Лещ, интересно, вот мне вот сейчас, у меня сейчас дилемма. Все-таки пробовать еще попытаться с мотылем поработать или пробовать поработать с червяком? То есть, и тоже вопрос, увеличить размер кормушки и начать как бы сыпать много корма, прикормки именно, или все-таки остаться с этим размером кормушки маленьким, но давать практически полную кормушку животных компонентов, резаных, там, резаного червяка, например, там, опарыша. То есть, вот это сейчас надо вопрос решить, потому что на данный момент течение еще не сильное. Вот, и если дать лишних живых компонентов по такому течению, то они какое-то время на точке останутся. И можно выключить себе точку, то есть рыба будет просто банально. Кстати, вот сейчас пауза в поклевках, нету пробоев мелких. Возможно, там еще есть подлещики. Ну, то есть, то есть нету вот такого, как до этого было. Буквально падает кормушка, на счет 10 дребезжание какое-то. Нападение, да. Да, нападение. То есть здесь вот забросы, вот поклевки сразу нету. То есть, возможно, на стол начинают собираться ребята покрупнее. Хотелось бы. Ждем. Если что, я сейчас буквально посчитаю, там еще подожду минут, секунд 20, 30, 40. И следующий заброс сделаю с крупной насадкой. То есть там 10 мотылей. То есть такая вот. То есть в случае вот такой паузы на точке, когда нарушается ритм вот этого клева мелкой рыбы, обязательно имеет смысл укрупниться насадку, да, и попробовать подождать между перезабросами. Вот сейчас трава прицепилась, потянула опять кончик мне. Вот.
И я думаю, что там сейчас насажу там 10 мотылей там, и кусочек червячка подсажу, например, какой-нибудь, потому что он сочный достаточно. Обрезанный, да? Да, да, просто да, кусочек червячка. Спрейчик вот этот дам, раз мы на него уже поймали одну рыбу покрупнее. Полседьмого вечера мы продолжаем ловить рыбу. Все еще играемся с прикормками, с приманками. Перебираем и ищем ту комбинацию, которая принесет нам большую рыбу. Ну и несколько вопросов по механике. Что происходит сейчас под водой, по твоему мнению? Ну, по моему мнению, мелкая рыбка начинает немножечко отходить на второй план. Все это густерочка малюсенькая. Синьцы и все остальные ребята. И наступает время, когда может уже действительно клюнуть рыба покрупнее. Я сейчас намеренно сделал подрезку из червяка. До этого ты не использовал червяка. А? До этого ты червяка Нет, сейчас я начинаю с червяка. Только сейчас начинаю. Да. То есть, грубо говоря, когда появилась пауза в клеве, в стабильном клеве, с правильно подобранными приманками, Сережа начинает добавлять червя. Вон, видно, он свисает, видно, да? У меня с кормушки. И насадка вот такая, достаточно длинная, червяки висят. Два куска, то есть, грубо говоря, он порванный. Из него сочится жидкость, которая является уже сама по себе аттрактантом. Плюс я еще, вот у меня здесь есть водичка для мытья рук, она чистенькая достаточно была. Я еще довлажню прикормку, сделаю еще более липкой. То есть у меня сейчас прикормка вообще липкая. То есть для того, чтобы сделать максимально инертный стол. Концентрированное пятно. Да, да, да. И максимально точно делать заброс. Течение сейчас слабое, вода упала. То есть течение упало на реке. То есть я сейчас просто заброшу и попытаюсь подождать. То есть какое-то время. То есть 2 минуты между перезабросами. Что ты планируешь поменять с наступлением, скажем, сейчас у нас сумерки, скоро у нас впереди ночь. Что ты планируешь менять в кормовой программе? Какие эксперименты планируешь провести с насадками? Я думаю, что, во-первых, я сделаю чуть покороче поводки. Так. Что это дает? Ну, вообще просто с прицелом на более крупную рыбу. Почему? Потому что как только упадет солнце за горизонт, поклевки густеры, там и плотвы станут совсем редкими. И рыба в ярусе нас уже никак не будет забавлять своим клевом, поэтому все поклевки будем получать со дна. Поэтому поводок, я думаю, я сделаю 60 сантиметров. Укрупню насадку, возможно, увеличу размер кормушки. Часиков 10, по идее, должны будут дать течение. Не знаю, во сколько точно, ну, то есть воду должны будут толкнуть. Вот. И к тому моменту я буду давать больше живых компонентов в корм, а как только оттолкнут воду, количество компонентов сокращу, чтобы просто не размазывать стол. И поставлю более тяжелую кормушку. Естественно, светлячочек, потеплее оденусь и буду уже так более выжидательно ловить. Сейчас опять пауза, да? Посмотрим. Сейчас вот просто для того, чтобы увидеть какое-то там изменение динамики, нужно еще будет сделать пару перезабросов. Скажи, ответь. Можешь дистанцию поменять, кстати? Поменять. Ну, возможно. Возможно, нужно стать глубже в мягкое, да? Или, наоборот, выкатиться на ракушку. Сейчас не знаю. Сейчас еще посижу, поработаю на этой дистанции, там, пяток забросов. Приблизительно уже картина будет ясна. И уже к нашей ночной рыбалке я уже буду обладать информацией. То есть даже на протяжении 2 часов, если у тебя картина меняется, не стоит заморачиваться и упираться в одну точку, в одну наживку. Необходим постоянный поиск. Если есть промежуточные результаты, то давай подобьем сейчас промежуточные результаты. Вот, кстати, вот к примеру. Упираемся мы в точку или все-таки мы будем еще продолжать свои поиски и передвигать наше кормовое пятно дальше или ближе? Значит, у меня для этого разложена вторая удочка. Так. В длине 4,20. Это 3,90. У меня разложен хэвик 4,20, то есть я могу уйти чуть ли не под буй в любой момент. И сейчас там, ну, предположим, я еще сделаю пару забросов, посмотрю, что и как. И просто банально попробую идти далеко. Прелесть фидерной рыбалки в том, что точку можно перекормить. Ну, буквально за 15 минут можно настроить себе точку и понять, ловится там рыба или не ловится. То есть
10 перезабросов, 15 минут времени, и я уже пойму, у меня там, например, с дальняка будет ловиться или нет. По толчку воды, если он будет сегодня, то однозначно рыбку прижмет чуть ближе. По вот такому более-менее стояку, возможно, имеет смысл сейчас уйти еще дальше. Уходить дальше, уходить да, на глубину. Да, да, да. Просто рыбка, возможно, просто находится там. Пока мисс у нас просто мелкая рыба ловилась достаточно динамично, мы там поймали там какое-то количество. Вот. Удовольствие от дневной рыбалки получено, ну, теперь уже можно заняться и поиском чего-то покрупнее. Мы говорим о мистере Лещи? Да. Или о мистере Езе? О мистере Мистере. О мистере Мистере. Хорошо, а если поговорить о такой интересной рыбе, как язь, на что ловится язь? Или, в принципе, он в своих кулинарных предпочтениях похож с лещом? Очень рыба неоднозначная. Это раньше рассказывают там деды всякие, что она ловилась в больших количествах. Сейчас язя стало мало достаточно. И попадается он крайне редко в прилове. То есть я за свою жизнь ни разу не ловил вот, целенаправленно. Вот сидел и ловил язей. Они мне попадались только вместе с другой какой-то рыбой. Но попадались они точно так же при ловле леща, на мотыля, на опарыша. По-моему, ну, на вот мои наблюдения, язь великолепно реагирует на горох в корме, на пожитник реагирует, на реди неплохо он реагирует, это если из добавок. Великолепно он клюет на опарыша. В общем-то, все то же самое, что и лещ. Все то же самое, что и лещ. Единственное, что вот поклевка у язя, конечно, такая просто ту-ду, удар, рыба мощная. Все, я покидаю эту дистанцию. Опять? Потому что мистер Йорш, конечно, роскошного размера попался. Кстати, уже он укрупняется. Да. То есть, конечно, можно стать на Йорша, но я думаю, для этого у нас будет еще целая зима. Поэтому я сейчас просто банально ухожу далеко. Есть у меня здесь такая клипсочка. Вот. Насколько оправдано при правильном закорме места использование двух-трех удилищ? Вот как мы видим, пройдемся по любой набережной, мы видим, как веером расставлены удилища, практически заброшенные на одну и ту же дистанцию по длине. Ты имеешь в виду количество удочек увеличивать? Количество удочек, да. Как ты к этому относишься? Я понимаю, в принципе, твою спортивную позицию, но вот с другой стороны, ребята не кормятся, не считают, не кормят, а просто в отшикувании, в ожидании поклевки. То есть есть 5 удилищ, 5 забросов, и в ожидании поклевки могут провести целый день. Ну, если ребята верят, ну, нравится, что ходят на 5 удочек, да. Ну, если он в это верит, наверное, в этом есть резон. Вот. И я лично не считаю, что это нужно. На одну удочку бывает клюет так, что устаешь. Скорее правильнее подбирать метод ловли и способ ловли. Понимаю, это пережитки прошлого, вот как бы вот таких вот этих всех дедовских методов. Я сам когда-то так ловил, честно скажу. Я так ловил, пока ну, не перешел на спортивные способы ловли. А так я до этого, точно так же у меня было 7 удочек, я на 7 удочек ловил там, правда ловил здорово, то есть не грех жаловаться, что мало, ловил много. Вот. Но такая рыбалка, она не носит такого характера изучения. То есть забрасываешь и на удачу ждешь. То есть точка с точкой толком не кормится. Нельзя проанализировать происходящую картину, да? Да, то есть, скажем так, почему ты поймал рыбу, можно только догадываться. Я считаю, например, ну это не мой путь рыболова. Мне как бы нравится все-таки рыбалка аналитическая, интеллектуальная, когда ставятся задачи, происходят какие-то процессы. И ты понимаешь, самое главное, ты понимаешь, почему ты поймал рыбу или не поймал рыбу. То есть, грубо говоря, каждая рыбалка – это своего рода урок. Урок мастерства. То есть на каждой рыбалке рыболов учится. Водоем предлагает задачу, и с ней надо справиться. Но все больше и больше рыболовов именно такой направленности мы встречаем на киевских набережных. Честно говоря, особенно приятно видеть, когда на рыбалку приходят семьями, практически как на легкий пикничок со столиками, семьями, детьми. И жены в ожидании поклевки на удилище у мужа сидят в пледике и читают томик Блока. Ой, это моя мечта. Возраста.
Если я встречу девушку, которая будет читать мне вслух, пока я буду ловить рыбу, это уже сразу моя жена. Вот ключик к сердцу Сергея Попова. Вот. Читать стихи во время ловли рыбы. На самом деле для рыболова, для рыболова мужчины, когда женщина, которая рядом с ним, действительно с уважением относится к его увлечению, а рыбалка – это такое занятие, которое трудно описать, как бы его там, все смыслы. Это философское вообще явление. Если девушка поддерживает это все дело, то ну, вечный почет вообще, и уважение, и совет да любовь тем людям, которые нашли таких половинок. Утки уже летят на юг. Еще раз напоминаю нам о том, о приближении осени. Да уж. Очень сильно затрудняет рыбалку сегодня большое количество плывущей по Днепру травы. Сильно волочет оснастку. А насчет уток, конечно, дело такое, что я думаю, что можно и одеться потеплее. Кстати, да. Начинает холодать, мы решили одеться, сделать паузу.